Всем здравствуйте! Привет-привет! Мы сегодня приехали в ботанический сад Вильнюсского университета. Давно уже очень хотели посетить его, но как-то все откладывали. И сейчас решили, коль уже последний теплый день будет этой осени, нужно его провести с пользой и поехать куда-то отдохнуть. Так что оставайтесь с нами, смотрите, как мы здесь будем гулять. Кстати, снизу будет ссылка на видео с квадрокоптера. Я снимала его 3 года назад. Довольно интересно посмотреть. Нам дали вот такую карту. И здесь нарисовано, где лучше ходить с колясочкой по точечкам. Так что мы сейчас с нашей колясочкой будем идти. Мне так нравится это время, видно, как лето заканчивается, отдает все права осени, и уже желтенькие листочки лежат, покрывают землю. Вчера мы, кстати, ездили в еще один парк, который находится недалеко от Сантальшкис, Веркяй, да? И там тоже достаточно интересно было. Не скажу, что прям очень много локаций каких-то, но смотровая площадка интересная, видно реку, очень понравился. Ну, вообще можно, в принципе, выходить гулять с ребенком, если недалеко живешь. Так что нам понравилось. Мы даже не знали раньше о его существовании и не были там никогда. Так что для нас это тоже было таким открытием. Когда вы родители, поход в любое место сопровождается неким квестом. Особенно, когда ребенок уже научился выбрасывать игрушки из коляски. Только что Саша пошел искать пропавшую игрушку, а в итоге нашел целых 2, и обе наши. И вторую мы даже не заметили, как она выбросила. Так что... Thank you.
самом настоящем домике на дереве. Здесь так красиво, я бы тоже такое хотела. Саша уже здесь один раз был, поэтому у нас такой экспресс-тур, потому что времени не так много, как хотелось бы. И смотрим по настроению самого главного туриста. Цербер Мышь Горыныч, триголовый. Кто знает, сколько лет дерево, а? Когда там он у нас? В октябре 30-го. Вот здесь будет тыковка. Мы уже направляемся к выходу. Погуляли. Не знаю, сколько, минут 40. Больше. Посмотрели, все так красиво здесь. Как раз погода хорошая для этого. Да, я так рада, что мы выбрались и сегодня, и вчера тоже, что получилось наконец-то. Потому что до этого как-то веселого было мало, а сейчас можно даже чуть-чуть отдохнуть. Согласен полностью. А как вы проводите свои последние теплые денечки? Расскажите, пожалуйста. Уходящей осени. Да. Ну какой? Только началось лето, ну, уходящего. Уходящей теплой осени. Да. Напишите в комментариях, нам будет интересно тоже почитать, порадоваться вместе с вами или погрустить. Так что пишите, будем на связи. Машин, конечно, здесь сегодня очень много. Но машин очень-очень-очень много. Да, вообще мы заезжали, было полпустого. Да, мы еле-еле втиснулись, и здесь еще поприезжали. Так что... Да, давай.